Госпиталь для слонов открыли в Индии. Медработники будут помогать животным, которые пострадали от жестокого обращения. Больница расположена на берегу реки Ямуна, недалеко от специального центра по уходу за слонами. Учреждению помогает некоммерческая природоохранная организация Wildlife SOS. Как спасают слонов? В сюжете Анжелы Лешко. Это Сузи. Она почти потеряла слух и все коренные зубы из-за грубого обращения предыдущих хозяев. А это Аша. После изнуряющей работы в местном цирке ей больно ходить из-за болезни ног. Эти слоны подверглись насилию, грубому обращению, жестокости, так как на них постоянно ездили. Из-за этого у них гнойное воспаление тканей, проблемы со спиной, с внутренними органами. И все это необходимо вылечить. В Индии 25 тысяч диких слонов, и они под угрозой исчезновения. Этих животных ловят и используют для заработка. На них катают туристов, эксплуатируют для выступлений в цирках, а также используют во время религиозных обрядов. Со слонами обращаются очень жестоко, поэтому они на грани вымирания. Думаю, очень важно, что наконец эту проблему будут решать. Здесь они выглядят счастливыми. Представьте, через что животные прошли. Над ними издевались, на их ноги надевали цепи, а здесь их раны исцеляют. Сейчас в госпитале 22 слона, планируют взять еще 30. Больница оснащена современным оборудованием. После лечения животных будут отправлять в специальный центр по защите и уходу за слонами, которым занимается некоммерческая организация Wildlife SOS. Построив госпиталь, мы подчеркиваем тот факт, что за этими животными нужно ухаживать. Здесь мы их не эксплуатируем, а лечим. Важно то, что у больницы есть машины, оснащенные специальным оборудованием. Если какой-то слон поранится где-то в отдаленных северных частях Индии, мы сможем туда приехать и помочь ему прямо на месте. На базе госпиталя планируют сделать и образовательный центр. Будут учить студентов, заинтересованных в спасении дикой природы, как лечить и ухаживать за животными. Анжела Лешко, UATV.